Детский телефон доверия – это линия экстренной психологической помощи, которую может получить житель любого уголка страны. Обратиться по этому телефону могут сами дети и их родители, если сложилась трудная жизненная ситуация, с которой невозможно справиться самостоятельно. При этом звонок будет переадресован специалисту-психологу региона, где проживает клиент. Ребенку или взрослому окажут психологическую поддержку и подскажут, что делать в сложной ситуации. В этом году детскому телефону доверия исполнилось 10 лет. В этом году фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приурочил к юбилею детского телефона доверия акцию «Голос доверия», в ходе которой музыканты, известные артисты и блогеры отвечали на вопросы ребят, посвященные взаимодействию, взаимоотношениям между родителями и детьми, в детских коллективах, с учителями. В акции приняли участие и ребятишки, которые состоят на учете в Армавирском отделении помощи семье и детям. А еще специалисты детского телефона доверия провели вебинар о методике проведения игры «В поисках башни». Эта игра может проводиться онлайн или очно. 10 ребят из числа несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете в нашем отделении, приняли участие в прохождении игры в онлайн-формате на сайте детского телефона доверия. Также на базе школы-интерната номер 1 «Казачья» нами была проведена игра в офлайн-формате, в которой приняли участие 15 подростков, как состоящие у нас на учете, так и из числа ребят, обучающихся в школе. Чаще всего на детский телефон доверия звонят подростки. В их возрасте нередко возникают разногласия с родителями, сверстниками, учителями. Если ребенок не получает поддержку со стороны близких, ему очень трудно. Специалисты детского телефона доверия помогут справиться. Если вдруг у вас возникают трудности, ситуация, которая требует вмешательства извне, вы не знаете, как поступить и не знаете, к кому обратиться, и считаете, что положение безвыходное, ни родители, ни друзья, ни учителя вам помочь не могут, наберите заветные цифры номера детского телефона доверия 8 800 2122. Вам окажут экстренную помощь на основе принципа анонимности, бесплатности и срочности. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.